Они сохранили в себе детское восприятие мира и окружающую действительность преображают. Сегодня гостями программы «Арт-интервью» стали представители творческой профессии, признанные во всем мире аэродизайнеры Ирина Румянцева и Вадим Шушканов. Эфир телеканала «Кубань-24» продолжает программа «Арт-интервью». И сегодня у меня в гостях настоящие волшебники, которые дарят людям праздник. Просто гуру шаров. Ирина Румянцева и Вадим Шушканов. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну, сейчас мы находимся в святая святых, можно сказать. Вот сейчас процесс идет. Все готовятся к фестивалю. Команды в последние минуты заканчивают вот этот вот процесс созидания, творчества. А вы сегодня в совершенно другом амплуа. Строгие судьи. Вот как вам в этом качестве? Мне хорошо. Не буду скрывать и скромничать. Всегда изготовление любой фестивальной работы – это большой стресс, это какие-то просто месяцы тренировки. И когда ты понимаешь, что тебе не нужно через час сдавать большую скульптуру, ростовую фигуру или что-то еще, лично я отдыхаю, вот скажу вам честно. А мне очень сложно, потому что вначале я не очень понимаю, что какая задумка у авторов работ. И хочется уже оценить сразу, увидеть вот там призеров, да. А потом начинаешь понимать, что работы меняются в процессе. И вот к концу, когда уже остается почти час, это вот возникает вообще какое-то чувство такой вот ответственности, которое ты должна понять их мысли и разобраться, кто же все-таки лучше, кто немножко, может быть, послабее. Но вот это серьезная такая работа. И, конечно, хочется, чтобы победили все. Какие критерии вообще оценки у вас? Как понять, да, что это первое место, да, а это третье? Ну, во всех таких моментах все, что связано с искусством, в принципе, это все всегда очень относительно. То есть все взаимосвязано на том, как ты это чувствуешь, как ты это понимаешь. И, ну, для меня, наверное, самый главный фактор – это целостность композиции всегда. То есть даже может быть не внутренняя идея, а то, как в целом, в конечном счете, выглядит картинка. И если я вижу то, что работа закончена, то, что она смотрится как одно большое композиционное решение, все элементы на своем месте, вот этой работе я отдам вот призовое. Первое, второе, либо третье, в зависимости уже от деталей. А вот какие-то... Чего я больше всего не люблю, так это уход в технику. Когда техника не на своем месте, то есть когда, вы знаете, когда просто можно... показывают, что мы умеем. Что мы умеем, да. Когда да. можно набор. Играть 10 тысяч нот в одну секунду, как бы это, ну, никому не интересно, согласитесь. Важна эмоция. Когда ты смотришь на работу и видишь вот, то, что тебе хотели сказать, то, что тебе хотели рассказать, чем с тобой хотели поделиться, вот это круто. Вот это и должно искусство из шариков, либо, не знаю, какое-то другое людям давать. Оно должно давать эмоции, поэтому я за эмоции. Да, я, конечно, тоже. Первая моя эмоция – это вау, да? Вот оно нравится, не нравится. И правильно, то есть из судей вы в таких обычных людей превращаетесь? По-другому никак, конечно, да. И потом только начинаешь осматривать технику, там какие-то маленькие штучки, большие штучки. И правильно вот Вадим говорит, что не надо пересыщать работы вот техникой, потому что образ как бы... Очень много сил тратится на это, да? А образ, может быть, даже уже уменьшается, да? Да, то есть теряется какая-то целостность, опять, да. эмоциональная составляющая. Главная эмоция, конечно, да. Ирина, я хочу к вам обратиться, потому что благодаря вам в России аэродизайн получил развитие. Вы, можно сказать, родоначальник этого направления. Но чтобы Вадим не скучал, я предлагаю ему сейчас доказать всем нашим зрителям, да, что за ограниченное количество времени можно создать нечто из шаров. Все, Вадим, приступаешь, а мы пока с Ириной поговорим. Вот расскажите, как это? Вы в Россию, можно сказать, вот это направление развиваете. И благодаря вам все это. Как это появилось, как мечта? Как это изначально было? Расскажите. Ну, сейчас, наверное, это уже трудно вспоминать. Но это был 1995 год. И я совершенно, ну, практически случайно попала на европейский вот семинар. И совершенно, естественно, я была поражена, что можно сделать из этих шаров, которые мы видели, как, ну, как все, да, в магазине, круглые там какие-то, еще какие-то колбаски. Но вот что можно сделать, меня потрясло, и я поняла, что я хочу быть здесь и там.
общем. То есть я начала работать с шарами. И затянула, понравилось очень, да. Поняла возможности, большие перспективы. Но начинать ведь всегда тяжело. Ведь наверняка вы сталкивались. Это какие-то, наверное, должны быть определенного склада люди, чтобы заниматься вместе с вами этим направлением, чтобы загораться этим, чтобы действительно поняли, что это новое направление, которое впереди ждет, ну, ждет великие перспективы. Ну, наверное, мне повезло. Просто меня сразу окружили люди, которым это также понравилось. Но тоже заболели, и вот несколько лет, ну, даже много лет мы работали вместе с ними, они окружали, потом появились ученики. Вот, и, в общем-то, все вот как бы так способствовало развитию и моему личностному. Потом поездки на международные фестивали, там даже некоторые успехи на этих международных соревнованиях. И, в общем, как бы вот вокруг, именно окружение людей поддерживало меня все время это. А как вот с этого времени, да, как изменилось это направление, да, и что сейчас, каковы тенденции? Конечно, изменилась техника, изменилось восприятие шара. Дизайнеры поняли, что вот шар можно там трансформировать, что он поддается очень многим, как, да, ну, в общем, поддается многим изменениям, трансформации, как пластилин, да. Из него можно лепить все что угодно. Вот можно одним росчерком как бы шара, да, нарисовать целую, вот, написать картину. Пока мы с вами разговаривали, да, не успели договорить, Вадим уже все сделал. Ну, я сделал, да, совсем чуть-чуть. Ну что, самое простое, самое банальное, но немножко. Мне кажется, меньше минуты понадобилось на это все. Думаю, что да, я дольше говорила. Да, такой простой меч. Очень любят дети, особенно мальчики, хотя девочки тоже не отказывают себе в удовольствии таким поиграться. Да, я. Ну, также немножко продолжу, что для меня шарики – это все-таки радость. Радость людей, в первую очередь детей. Я обожаю работать с детьми, потому что вот все вот эти твистинговые представления какие-то, они… Ну, это, опять же, эти же самые эмоции, за которыми я постоянно гонюсь. От детей их получаешь просто кучу. И когда на глазах ребенка делаешь что-то удивительное, то для них это какое-то волшебство. Ты прям ощущаешь себя действительно волшебником. Поэтому для меня воздушные шары – это возможность дарить радость взрослым, детям, всем, кто готов эту радость принять, кто еще не такой, ну, не знаю, замотанный, наверное, нашей жизнью, такой не очень простой, кто готов радоваться простым маленьким вещам. Вот я за это люблю воздушные шары, за эмоции. Вот, вот когда-нибудь вы предполагали, да, что будете дарить людям радость? В тот момент, когда там, я не знаю, думали о профессии, когда еще были вот, вот, скажем так, на этом этапе. Когда-нибудь предполагали, что вы станете вот такими волшебниками? Я нет. Нет. Вообще, в принципе, мне кажется, никто в детстве не мечтал быть аэродизайнером. Да, это однозначно. В принципе, не было такого понятия, наверное. И, ну, сейчас, как-то оглядываясь назад, понимаю, что, ну, вряд ли какие-то такие мысли были, что это все конечно так затянет, что это все так увлечет. Да, затянет, да. И, ну, я сейчас уже не представляю своей жизни без шаров. Как-то странно. А как знакомые реагируют, когда вы говорите, да, я аэродизайнер? Сразу какие реакции получаете? По-разному реагируют, конечно. В принципе, лично я не говорю, что я аэродизайнер. Я обычно говорю, что я занимаюсь воздушными шарами. Да. Естественно, первая реакция, что это большие воздушные шары, которые летают вот эти с корзинами. Да, да, да. Вот. Но ты потом рассказываешь, нет, это шарики с гелием, фигурки. Вы же знаете собачку из шариков? Вот я делаю собачек из шариков. И все такие, а-а-а. Понятно. Но стоит любому человеку показать то, что можно сделать из шаров, кроме собачки, и тогда действительно как-то по-другому все начинают это оценивать. Но непонимание, мне кажется, остается. Остается непонимание, конечно. Остается, да, непонимание. Именно как можно, ну, не взрослый, знаю, серьезный, да, человек. Да, да, с бородой, а занимается воздушными шарами. Да, как возможно. И подруга моей, мама моей подруги говорит: Кирочка, какая у тебя тяжелая работа. Целый день стоять у метро и торговать шариками. Да, да. То есть вот люди по-разному совершенно воспринимают, да. Это очень, ну, тяжело объяснить и донести, но. Что это искусство. Конечно. Да. Но когда видят, тогда результат совершенно другой. Сразу появляется в глазах уважение, да, понимание. Начинает смотреть по-другому. Да.
А вы помните ваши детские воспоминания, да, когда вам приносили воздушные шары? Вот что это было? Это праздник был? Это вот... Ну, вот да, у меня был праздник. Это мы опять же ходили на демонстрацию 1 мая и 7 ноября. И мы специально выходили часа на два раньше к маме моей подруги, у которой на работе был, ну, наверное, тогда не гелий, это было давно-давно. И там надували вот эти шары, которые летали, потому что продавались они не летучие обычно. А тут мы гордые, там человек 5 из школы шли с шарами, летающими. Если честно, я не помню какие-то, ну, у меня нет в голове детских воспоминаний моего опыта с шариками, чтобы они меня как-то впечатлили или что-то еще. То есть первый мой опыт с шарами был на выпускном в 11 классе. Да, то есть когда мы купили в ближайшем магазине какую-то пачку шаров, надули их, завязали ниточкой и развесили где-то вот по шторе, которая была фоном в актовом зале. То есть вот, это мой первый, да, вот это мой первый опыт с шарами. Вспоминая об этом, я, конечно, понимаю, что это было что-то ужасное. Но, к сожалению, такое до сих пор встречается. Да, до сих пор это есть. Это не искоренить, мне кажется, никогда. И, опять же, в тот момент я абсолютно не мог предположить, что вот шарики займут такое большое место в моей жизни однажды. А мне кажется, вот для того, чтобы творить, созидать, вот эти все фигуры делать, нужно обязательно сохранить в себе ребенка. Согласны вы с этим? И сохранили ли вы? Не буду спорить. Наверное, тоже, да. Может быть, не именно ребенка, но какую-то готовность воспринимать. Ну, что-то хорошее, что-то простое, да. Какие-то вот эти, ну, обычную радость. Иногда которую... позволять себе быть непосредственным, да. Вот, наверное, так. Отстраняться от всей этой суеты и, ну, осознавать, что есть какие-то другие вещи, кроме работы, не знаю, клиентов, заказов, расчетов и всего остального, надо оставлять вот немножко места для простой радости. Я считаю, что шарики эту простую радость как раз-таки нам дают. Я, в принципе, за то, что сейчас очень много вот этих современных технологий, гаджеты вокруг и все прочее. То есть они настолько сильно привлекают внимание как взрослых, так и детей, что когда ты видишь в глазах человека искреннюю радость от того, что ему подарили гелевый шарик, ты понимаешь, что не все еще потеряно, да, что все еще есть место чему-то, ну, действительно настоящему, какому-то волшебному и простому. Ну что ж, спасибо огромное за это оптимистичное и такое светлое интервью. И я, конечно же, пожелаю, чтобы и у вас в жизни вот такие моменты, вспышки были обязательно, чтобы ваши близкие, ваши родные вам дарили улыбки и какие-то сюрпризы. Спасибо, спасибо. Огромное. Вам тоже спасибо. Спасибо. Сегодня было арт-интервью. Оставайтесь с нами на телеканале Кубань 24.